Лукавишь. Ну чё? Получается, блок виспа. А, драконы, без богов, макаки, хускары, темпларки, квапы, дизрапторы. Могу смотреть, что выйдет с этого лобби. Ха, орки? Гира нету. Сильный эльф. Да, при учете слабости мага, достаточно сильный эльф получается. Надо это обдумать. Надо это обдумать. Мне нравится такой вариант. Как сейчас в эльфа выходить? Я 100 лет не играл на эльфе. О, какая помойка. Ну, чейнмейл. Чё тут думать? Козочки, козички, козички. Я помню, ты батик меня протащил в прошлой игре. Виверма. Козичка. Enchanted, I'm sure. Кого Аксу в помощь дадим? Тинкера или козичку? Пусть будет козичка. Так, у меня есть 3 голды. Ну, сори, батик. Не пошло. Отлетать он собрался. Т2 Марса. Достал он. Enchanted, I'm sure. Можно было бы пытаться взять, да, батика, но коза. Оу. Оу. Поехали. Бис, дровка и что-нибудь еще достанем. А вот тут, наверное, я возьму когти. Как бы мне не хотелось брать еще один чейнмейл, скорее всего, когти. Кстати, вторая роба магии. Подряд. Нельзя исключать, что игра опять же на что-то намекала. Конкретных идей нет на что именно, но намекала. Бар или антимаг? Наверное, антимаг. Может, даже антимаг с барой, да? Тинкер что-то по мехам вообще никак не прошелся, не помог. Все не то. Морбитка или Блайтстоун? Наверное, хочу достать Блайтстоун. Ни Шива, ничего тут, ни БФчик. Никаких сказок, похоже, не будет. Как я должен сделать? Орк поставить? Вот это условно считаем мусором, да, потому что мы берем вот так. Можем еще попытаться вытащить луну. Готов туда дать все без ту пока что. Там видно будет. Луну, тролля. Допустим, луну. Сражайтесь, 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 мои воины. Хорошо. Даже троллик с нами пойдет. Здесь меня задефал, да, чувак? Ой, в какой салат. Хаус Найт. Ой, фу. Уже хочется вот это взять и развалить. У меня один оф. Дровка, виверма. Условно коза. Такс. Словно коза. Я не очень хочу тащить луну, да, когда она совсем не идет. ВД тоже получается лишний. Темку захватить.
СМ-ку. Можно кого-нибудь очень-очень слабого? Это не очень слабый орк со снайпером. У меня две синергии. Может, подеремся. Хотя тут синергия пандаренов. Плюс бис, да, армированный. Но Джаггеру так плевать на его армор. Еще и собаку крутится. Вот собака. Усыю собачку, молодец. Молодец. Еще одна победа. В нашу копилочку. СМ-ку взять. СМ-ку. СМ-очку. Сларк воет Мирана. Надо дракона как-то выкупить, да, и можно даже сейчас его воткнуть. Эстабадона. Не самая лучшая расстановка, но все четко. Ой, подмешанного Марса мы отвратительно стоим. Надеюсь, его нежить скушает быстренько. До первой тычки, кайф. До первой тычки. Так, ну с управлением я считаю справился. Теперь бы починиться. Мишаня в двенашке голды. Хочет что-нибудь собрать. Понимаю. Я тоже хотел. Без таба апнуть. Уху. А что, так можно было? Так. Дает ли мне просто что-то левелап в Бадона? Конечно, в СФ он мне давал что-то левелап, но денег не хватает. Надо так сделать, да и потом подумать. Я не успеваю. Абадона хочу взять. Условных умы не пролазят пока что. Сэф был бы гораздо сильнее, но я почти закрыл четырех. А-а-а, шаманчики. Из раптор в пуле. Неплохо. Вот так находят свои вектора, ребятишки. Сэф, я хочу брать Сэфа. За две козы. Сэмку и две козы. За этого Сэфа отдать. Возьму СФа. Простите, козы. Вы знаете, как я вас люблю, но ну, пришлось отдать. Вот эта музыка, да, сейчас давай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пара-пара-па-пам. Кайф. Кайф. Хилимся, живем. Нету денег, но зато есть план на игру. Я бы даже Джаггера купил, да, сейчас. Бадона дорого с собой тащить, но кто я такой, чтобы этого не сделал? Четыре орка. Две нежити. Ханты. А Бадона никак не уберу, да? Так что два орка пока что самое рациональное, что могу делать. Вот глупо ситуации смотреть. Без денег, но стол хорош. Как же он хорош. Тинкер с догоном, нам плевать. Мы сморк. Сморк! Так, а теперь нужно подумать про эко. Но если зайдет СФ, я такой... Ак, черт, эко. Могу ли я в каком-то варианте выставить собаку? То есть, если Джаггер, ну, звучит не очень круто. Надо побеждать, выставлять этого парня, больше орков не брать, умов не протащу. Здорово, морякоп. Вызывали? Ну, мы вызывали хорошие роллы, но ты тоже пригодишься. Минус Джага. Прости, друг. Ру-ту-ту-ту.
Так, еще раз. Течес, Темпларка, Макака, Дизраптор, Квапа. Дракон во что? Течеса, Дизраптора, Квапу. Херня. Музыка топ прям. Всегда пожалуйста. У-ла-ла. У-ла-ла. То есть от хумов я отказываюсь, как от того, что не могу протащить. Просто иду. С денежками. Шаня в мага хочет выйти. Неплохо, висп есть. Это ВРка есть. Соберется вторая ВРка. Дракона нежить, наверное, да. Похоже на то. Не знаю, как получится по финалу. Потому что что-то последние разы я не берусь на игру делать такие ставки. Все заканчивается совершенно спонтанно. А тут вопрос, что блять? Что бы взять? Поехали просто так. Века все равно вряд ли выйду. Вайпер могу отдать, да, вайпера с веником. Это выход века. Щиток или худ? Вот о чем надо задуматься. Раз маг есть, второй маг вылезет точно. Это шаман. Это непонятно. А у меня есть, получается, щиток закрывает второй предмет от керасы. Керасы, как она называется? Crimson Guard. А колечек у меня вообще нету, да, под то, чтобы собирать худ. И тут возникает вопрос, что лучше? Понимаете? Вайпер-то не хочет останавливаться. Колечки налетят. Я не уверен, что красные колечки налетят мне в середине игры. Так просто. Мне на рожу стало интересно. Душите, 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 я вас верю. Просто ВДшку отдаем, да, стрик никакой не сбиваем. Ох, как я волновался сейчас. Кримсон, да давно уже его добавили, ты чё? Кримсон Гард, где он? Вот, он собирается из ВГ и вот этой херни. Какие сейчас есть усиления? То есть вместо СФ воткнуть вайпера, либо... По сути, никаких. Очень сильный воин. Очень сильный воин. Но я думаю, что если драконов выставлю, это не будет сильно сильнее, чем СФ. Хотя это закроет мне 4 нежити плюс дракона. Может, стоило. Абадон хорошо встал. 4 нежити плюс дракон. Да, мы проигрываем, что ли? Не пойму. Один, надо еще раз призвать. Не призвал, а могли бы. А могли бы. Птичка имба. Ну теперь не спешу. Теперь мне некуда спешить. Стрик потеряли. А значит что? Ничего хорошего.
Для нас тут нету. Так, Мишаня уже магичит вовсю. Очень много слабых. Найт у меня уже был, да, который на лице. Выход в Акира. Похоже на то. На снайпере. Ну, кстати, это не так слабо-то. Хорошо, слабый попался, плюс коза. Мне даже интересно, как я с этим подерусь, потому что тут грязненько. Очень много сумонов, веник, бестмастер, акиры и прочее, прочее, прочее. Меня тут не хватает, бистик призвал еще птичку. Посмотрим. Хорошо бы не давать ему стрик набивать, а расправиться с этим. Минус. Ну, думаю, со снайпером не справимся, да? Нету аджора. Плюс варды. Жаль. Ну все, теперь точно валяться. Валяемся. Бейб. Нужен ли мне пре-левел? Думаю, что нет. А что пойдет у меня в седьмом? Пока что дерево. Снайпер. Как вариант можно оставить, но не хочу это делать. То есть нежить надо закрыть точно. Плюс, возможно, заменить эсэфа. Орки пока со мной. Не, это точно. Ну хотя, как точно. Пока что нет. Я не решил, что я беру. По лобби. Очень много, да, получается, у нас магов выскакивает. Наверное, клока. Вот колечки, да, под нее. И не только под нее. Спасибо за фоллоу. Так, левелап точно. Нежить точно ставим. Я думаю, дум будет веселее. Все это безобразие. Плюс это тот, кто может пофармить мне медасик после беста. Медасик бесту с худом. Да, 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 да. Погнали. Спасибо за фоллоу, кстати. Дум. Воинов жалко не закрыл. Ну... Чуть не очень есть варианты закрыть. Опа, Мишаня, маг. Но пока что просто три маг, но с сильными фигурами. Догон. Первый догон. Неплохо. ВР-ка, хороший этот. Так, меня пробили. Нет, не пробили. Значит, денежка будет. Хорошо. Не зря дума поставил. Прям жопой чувствовал, что мне пригодится. А я привык доверять своей жопе. Сейчас бы бесплатно ДК в седьмом левел. Мы кидаем сэфы. И можно чилить. Бесплатный ДК. Звучит как план. Чуть-чуть прям. Да, еще разочек, а? Медуза будет неплохо. Дровку надо подбирать, козу отпустить. Скоро отпускать орков. Ну, погнали. Если я доролю сэф, думаю, идет. Этот нафармил одну монетку. Сейчас лицо начнет трещать. Я пытался подролить. А если я выйду в левел, что я выставлю? Ханта, медуза это контроль. Это хоть что-то. Плюс, возможно, варлоки появятся, да, за какую-то... Вообще надо восьмой выходить, там ролятся, пока хп позволяет. А то сейчас начнут меня сильно пробивать. И все же будет не так радужно. Варлок. Здорово, варлок. Хура. Ну, знаком с ним. Он у меня модератор на канале. Имеет такую роль. Ты ничего не нафармил? Пожалуй, что так надо как-то сделать, да? И ты не самая лучшая нежить, но другой у меня нету.
Взять ли алхимика? Дум дофига делает. Он под орками. Короче, норм. Спасибо, кстати, за донат. Спасибо за поддержку. Это пятивоин? Шестивоин. С блинком, думом, с критами. Сильно. Сначала казалось не страшно, но потом обратил внимание на угловую клетку. И это жопа. Просто смяли меня. Нужно в левел выходить. Пошел размен хп. Оп, один. Красиво на воинах. Визаж. А тебя как протащить? Не протащу дазла? Или отдам дума? Дазл, дазл, дазл. Ну ладно, просто визажа возьму. 32. На крипах. Блин, орки уже без зуба смотрятся. Да выкидывай сэф, не. Это сэф как раз еще может сыграть. О, давай нафармим монет. Бестмастеру заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О, раз. Два. Красавчик. Красавчик на бесте. Найт меня рассалатил, но я с ним на лице. Нет сэфа, нет варлоков. Чуть позже подеремся. Маги. Опа. Девятнадцать. Поставить СФ или продать? Вот в чем вопрос. Сейчас надо чуть вролиться будет. Наверное, пока оставляю. Могут уйти орки, поставить нежить. И там что-нибудь починимся. Шаня в восьмом, девятимаг, то два ход, ясно, понятно. Проигрывать он собрался. Угу. Так, а какие предметы у меня там в бестеч? Вообще башка не варит, но надо точно брать джавелин или мифрил. Так, пока точно сильнее. Корону надо дать медузе. Что там по предметам? Выход в дизоль. Вот это пока оставляю. Это жутко дорого. Это Мишаня. Бам, но я кого-то неплохо пробиваю. Как мне драться с девятимагом? Он сейчас выглядит для меня одним из самых опасных. Или просто пока расслабить булки. Вот тоже вроде как план, да? Некро поставить. Варлоков закрыть, расслабить булки. И вот так драться. Оу, oh, е, yeah. Спасибо за фоллоу. Вообще гипотетически даже такая ситуация может случиться. Я здесь, по идее, сильнее. Мне нужно копить бабки, выходить в левел. Мне уже не хватает много чего. Либо паролить в некра.
либо паролить в некра. Это 10 голды. А че ли их протащить? Есть темпларка. Протащить синов, снежить ее. Допустим, 6 нежить. 7, 8, 39. Веник пока дам. Угу. По предметам. Огр кейп гипотетически может быть, но до этого так далеко. Сеф мне закрывает варлок, от него избавляться не хочу. На этом пойти в левел. А дальше что соберется, того и плясать. Значит, вайпера не стоит прям так откровенно скипать. Хантеры у меня закрыты. Нежити только... А, 4 нежити стоит, да? Пятый есть, нет никса. Смешание я не дерусь. Без дракона. Вообще никак. Еще стою с ним в диагонали. Никто даже за спину не прыгает. СФ не кастит. Ой, вообще тоска. Зато с варом получше стало. Орки тащат. Опа. Это, кстати... Да ну, ну это... Орки тащат, да, сказал стример и продал орков. Без драконов. Но с планом. Не спрашивайте меня, что это такое. Просто не спрашивайте. Если бы я знал, я бы сам дал ответ. Держи тангольер, держи тангольер. Похоже, я то самое дерьмо. Тангольер и компания. Так, это тоже 9 маг, тоже с догоном. Как мне с этим драться в финале? Как я вижу бой в финале? Проблема то, что нету драконов хороших, да? На этом я не выйду. Ну хотя можно. Опа. Если вы думаете, что у меня какой-то гениальный план, то я сейчас просто растерян. Я просто растерян, что делать? Играть без дракона, реролиться. Девятый. Подкопить денег. Кто лишний тогда? Бадон в три не пойдет. Реролиться во что-то. Зачем я забайтился в эту макаку? Я не знаю, но это лего, который я не прочь подобрать. Что со свином случилось, только был на стрике. Акир? Реролится у Акира. Молния. Дизоль. Несы. Беру это под БКБ. Я хочу найти, да, чуть-чуть один оф. Да поехали. Поехали. Ла-л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 а. Возможно, стоило вставать на престол, а может быть и нет. Хотя вроде сильный, да? Монки поднежите. Вряд ли монки поднежите. Хотя да, надо. Вот эту пару надо взять, я его скипнул, не заметил. Вряд ли поднежите, но монки мне нравятся. Хотя может и поднежите. Хотя может и поднежите.
А что я буду делать тогда? Медуза может уйти, вайпер поставить. Может дракона забить, да, в десятом просто выставить этих. И все. Что мне кажется, что этот парень уже не сыграет. Этот парень был из тех, что просто любит жизнь. А, Дизоль. Дизоль. Но Дизоль не хватает. Стоп, хватает. А почему молнии собрал? Дизоль, молния. Возможно, не молния лучше. Я еще не уверен, я подумаю. Молнии у этого парня... То есть, не Дизоль. Точно не Дизоль. Объясню почему. Потому что я хочу собрать БКБ на перспективу. Я оставлю этот один молоток. Да ну нафиг, ну не умри ты просто так, хоть скастани разочек. Ну давай, пора. Ёпта за ногу. Просто ни разу не скастил. Парень без зарядки. И вроде это, да, должен вставлять. Или остаться под нежитью? Под нежитью с магом, с этим. Варлоков закрыть этим. Давай нежитью попробуем закончить. На все киры, да, были? 28. А-а-а, зверь. Овер медузы. Варлоки тогда не лезут. Под Акира нужен был хотя бы дубликат его, да, или его. Или надо было на престол вставать, не понимаю. Зачем нам дазл? Да, нахуй! В смысле, Мишань, ты получил по заслугам. Что-то я это... перестарался, наверное. Вот это фонтан эмоций, сам в шоке. Что там, медуза, что ли, их так хорошо скастил? 29. Мишаня простит нас. Надеюсь, что простит. Блин, один раунд хп разменять. Может меня Кир выбить какой-то за раунд? Этот может, да? Хотя здесь этот сильный. Мишаня, прости, ну на нах. Да. Вопрос про дазл еще актуален. Может выйти два приста еще погулять. Ты не поверишь, что может. Еще давай тычечку прям хорошую, сочную. И под нежитью развалим всех их. Ну не всех, но давай хоть чуть-чуть развалим. Ладно, сойдет. Яблочко. Я просто боюсь, что придет Акир и... Это не Акир. Это, кстати, сильный чувак на звере. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Макака с этим парнем. Там что, темпларка придет, начнет меня байтить. Я думаю, как я это переживу. По идее, я должен был стать Акиром. 30-й. После 30-го точно лап вот в это попытаюсь доролить. Спасибо за фоллоу. Секьюзивед. Тяжело было прочитать ник. Шань в 10-м. Вот ты посидел на лустрике, жучара. Монком выиграли, а это... Есть шансы сюда на осинах снежиться чуть-чуть. Ага. Ничего. Я за речь скорее ультимайтор. Блинк надо брать. Вообще блинк надо брать. Ебать.
Так, у меня варлоков нету, да? Это надо точно обезьяне дать. Манки Кинг, выход Вакира на вот этой херне. Забить на хусик. Окей. Акир Монг. Темпларки. Два Акира просто поставить, это будет более чем достаточно. Какие Акир? Никс и Веник. Значит, бруда мне не нужна. А 4 Акир не будет, похоже, да? Хотя я ее оставлю. Чуть-чуть оставлю. Один автемпларка. Я в порядке. От нежити постепенно отказываться. Начать с драконов. Драконы, дровка. Темпларка-то 2. Не, пока пусть стоит нежить. Ю. Ю, это хорошо. Брюмастер. И сюда. Угу. Нужно второго Акира втыкать. Плевать вообще на все. Чую Акиров. Я тоже чую Акиров. Обожаю запах Акиров по утрам. Два Акира с некром. И минус бруда, да? Минус нежить, плюс... Плюс сильный стол. Угу. Зачем мне кар продал, не знаю. А, два Акира есть. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сины есть. Варлоки есть. Нежить есть. Кого еще забубеним? Макаку, да? Нормалин. Темпларка, это, кстати, твое. Это тоже твое. Макак, это твое. БКБшка бы макаке. Я думаю, этой жести хватит уже до конца игры точно. Может ли пролезть квапа? Да хз. Макаку я готов протащить в 2. Что там с мешанием? Угу. Так, веник. Веник, веник, варлок, который закрывает мне зверей, но он мне в принципе не нужен. Ну не, ну варлок нужен какой-то. Варлок нужен. А как тогда еще использовать этого веника разумно? Нужно БКБ найти и все. Мишаня. Ёбушки-воробушки. А че так сильно-то? Че он у меня сдул? Вот так вот не должно было быть. БКБ в макаке нужно. Ладно, сейчас будем искать. Кого-то еще принесли. Отлично. На 35-х поставим, я думаю, да. Паролем. 4 син, 5 син. Угу. Шестисина закрывать тут надо или как?
Так. Это три голды. А стоп, я Акиров убрал. Ой, Вася. Веник убрал, молодец. Ну тут как бы не страшно, но... Так, это... Ёбушки-воробушки, нет этого, ну погнали. Венчик, давайте тебя вернем, вот это продадим. Так, во-первых, это сюда. Вот это даже так. И я мечтаю об АКБ, но мне его не дают. Сан Кинга вместо Веника, бы тоже синь. Веник Варлок. Они с некром закрывают Варлок. Я думаю, что это очень важно для меня. Ну просто БКБ Макаки, но я и так очень сильный. Ну хотелось бы БКБ для Макакича. Вообще квапу, наверное, не протаскиваю. Ой. Ишь, ты чё прилетела. О! Изи БКБ. Сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома. Пойдет. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Держи тебе тоже награду. Макак собрано, макаке больше ничего не надо. Ну, можно этот. Кудик дать было. Дизраптор, кстати, по идее, не должен дамажить вот это. Какая же грязь, какая же жесть. Димаста, спасибо за фоллоу. О-о-о-о-о. Ну ладно, пока просто темпларки БКБ дадим. Сейчас есть еще один БКБ. Раздержи. 38. Паролится. Ну, не успел. Не успел, так не успел. Квапа, можешь ли пролезть квапа? Если соберу макаку, то я засуну квапу, да, плевать на этого акира. Хотя, хотя нет. С макаки очень хороший акир, но, блин, вторая макака тоже выглядит жутко. Бам. Мишаня, ты хорошо сражался, но, увы. Да, это была славная битва. Хорошо на нежити, да, поиграли? Такой просто... Заход нежити, мама не горюй. От нежити остался только некр, и то это новый найденный, насколько я помню. Но маги все лобби развалили. Реально. Получается, вот вар, который шел на стрике, в топ-4 пролез. И маги. Хотя у магов далеко не лучший пул. Ну да, инвокер. Дизраптор, неплохо. Квапа. Просто как контроль. Такое себе. Два котла Мишаня вытащил. Ну там догонщики, да, были?